Так, народ, всем привет. У меня тут, короче, творческий беспорядок. Устанавливаю себе магнитолу новую, купил, и камеру заднего вида. В общем, купил вот такую вот штатную магнитолу, чтобы ничего не колхозить. Все становится на родные места. Это Toyota Avensis второго поколения Restyle, 2008 год. Короче, вот такая вот магнитола с камерой заднего вида, с GPS-навигатором, с 4G. В общем, сюда сим-карту можно вставить, плюс она раздает Wi-Fi, можно подключаться. И еще вот есть от нее отдельно USB. Ну, понятное дело, тут Bluetooth, навигация. В общем, я это все дело вот сейчас устанавливаю. Также есть дополнительный микрофон для шумоподавления, тоже его поставил, только что вот эту вот стоечку чуть-чуть отжал, вот, и вот тут провел вот так вот, и вот он, этот микрофончик где-то тут он. Капец, столько проводов тут лишних, но я бы вот эту связку желтую не подключал, вот это все, но в этой связке есть вот этот микрофон, поэтому пришлось его подключать. Вот, магнитолу уже установил, проверил, все работает. Осталось самое тяжелое, это установка камеры заднего вида. В общем, плюс вот эту всю обшивку, все вот это вот разбирать, тянуть, я не знаю, или по этой части, хотя задний ход с этой стороны, значит, наверное, тут вроде как поменьше проводов. Наверное, по этой буду тянуть. И где-то там, наверное, хрен его знает, короче. Хотя тут проводка идет под потолком, но под потолком не очень бы хотелось все это дело тянуть. Это, блин, потолок снимать, это целое дело. Лучше протянуть все это дело по порогам, я думаю. Тут у меня тоже вот такой вот творческий беспорядок. Вот старая магнитола, новая магнитола с экранчиком. Все становится на штатные места, все защелкивается, все просто идеально. Все так, как я хочу. Вот, поэтому устанавливаю сейчас. Возможно, кому интересно, буду показывать какие-то промежуточные результаты. Но на самом деле ничего сложного, все по инструкции, все тут просто и понятно, грубо говоря, даже для ребенка. Единственное, что мне не нравится, так это на меня тут много всего падает. Наверное, сейчас куда-то машину дальше туда переставлю. Ладно, в общем, как-то так. В общем, смотрите, что будет дальше, что у меня получится. Короче, у меня перекур небольшой. Протянул уже вот от камеры. Вот там вот под ковриком. Вот тут вот. А, показалось. Вот тут под порогом идет. Там уже завел. И вот сейчас на данный момент на заднем пороге у меня. Сейчас пока здесь. Фух, короче, что могу сказать. Машинка вроде вообще не ржавая. Там внутри вон ни ржавчины, ничего нету. Только вот ходовку поменять и все. А так, в принципе, вернее, ну, не ходовку, то сейчас подумаете, сказал. Все нормально, только ходовку поменять. Я имею в виду, ну, задние эти стойки и наконечники поменять, и развальные болты, которые регулируют развал схождения. Вот, и в принципе все, а так, не знаю, все просто идеально. Это прям редкость встретить, найти такую машину в таком хорошем состоянии. Сегодня у нас 6 число, 6 апреля. И на улице, чтобы вы понимали, 23 градуса. Сегодня вышел с утра вон, в штанах и, ну, в костюме, в футболке. Жарко разделся. И сейчас бы, наверное, и шорты бы одел, потому что жара просто нереальная. Вот. Короче, что, продолжаю работу. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот так, в принципе, все понятно по установке, ничего сложного. Toyota молодцы, все
андапочки, все защелочки после снятия порогов, после снятия вот этой вот накладочки, которая вот там вот стоит над бардачком, ну, рейлинг вот этот. Все хорошо снимается, нигде ничего не ломается. В общем, я машинкой доволен. Тут у меня такой творческий беспорядок. Вот тут, я не знаю, вот тут сейчас вообще жесть будет, как его тут вести, эту камеру. И аж сюда вести, или сюда вести. Под потолком все равно придется потолок этот отгибать. Короче, сейчас мне предстоит еще нормальный квест. И вот это вот все дело снимать, я не знаю, как оно снимается. Короче, жесть. Ладно, что. Працюем дальше. Короче, как вы видите, по моему лицу я заебался. Сейчас покажу, в чем проблема. Уже перегнал машину на солнце, потому что стоял вот там, а там начинаются уже комары. Здравствуйте. Короче, проблема вот в чем. У меня вот этот провод идет оттуда, ну, вот это вот видео, и получается вот сейчас я. И получается вот в этом месте они должны состыковываться. И у меня ни туда и ни сюда. Я не знаю, может, можно вот этот провод разрезать, провести его там и соединить. Ну, короче, это жопа. Это самое неудачное место для соединения, которое могло быть. Либо я не знаю, как его еще вести. Короче, такие дела, поэтому думаю, что да как делать. Короче, это победа. Ловкость рук, немного логики и никакого мошенничества. Короче, у меня такое вот приспособление. Сначала пропихнул этот стяжечку туда. Плохо шла, пытался, короче, пшикнул ВДшечкой, хорошо прошла. Намотал теперь вот этот видеопровод, тоже пшикнул ВДшечкой, чтоб лучше скользило. Ну и, короче, вот вытянул его вот так вот, таким вот образом. Прошло, получилось, слава богу. Все, теперь уже заканчиваем. Короче, все я сделал, слава богу. Уже у нас на часах 7 часов вечера. Комары просто съедают. Как только солнце заходит, это просто жесть. В общем, ладно, показываю вам свой результат. Тут еще, конечно, ничего не собрано. В общем, вот я включил зажигание. Включаем заднее. И у нас включается камера. Класс. Сейчас пойду ее еще немножко поднастрою, чтобы было все четенько. Все просто идеально. С первого раза. О, тварь. А ну вылети отсюда. А ну вылети, блядь. Все. В общем, вот как-то так получилось. Вот видно бампер. В общем, то, что надо. Просто огонь. Огонь. Теперь еду домой. Осталось все это дело дособирать. Ну и все. Итого, на установку магнитолы у меня ушло 30 минут, а на установку камеры у меня ушло 5,5 часов. Потому что я замучился... Ух ты, тварь, сидела на лбу. Замучился с проводами, с вот этими, чтобы все было по-штатному, чтобы нигде ничего не пилить. Ну, короче, как-то так вот получилось. Только музычка. And... Action. О, музыка работает. Тут даже пишется название треков. На руле громкость тоже работает. Все настраивается. Короче, огонь. Все, я доволен. Устал. Поехал я домой. Короче, шел второй день, дорогие друзья. В общем, наконец-то я закончил. И теперь могу вам показать конечный результат. Что у меня получилось. В общем, тут я все поубирался. Теперь это выглядит так, как это должно примерно выглядеть, а не просто полный бардак. Съездил, уже помыл машинку. Вот она, старая магнитола. Если кто меня смотрит, кто находится в Германии, кому нужна магнитола,
продам по дешевке. Вот. И сейчас вам покажу, как это все работает у меня. Опять эти комары. Работает. Опять оно скрипит, зараза. Пшикаешь, 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 пшикаешь. Оно все равно скрипит. Все чистенько. Теперь можно хоть босиком залазить в машину. Вот, включаем мы зажигание. Можно даже не зажигание. Сразу подключается с телефоном. Вот, можно сразу слушать музычку. Тут у нас менюшка домой. В принципе, все есть. Вот радио. Все работает. Навигация, можно подключиться, раздать с телефона Wi-Fi, он подключается, потому что мне нет смысла ставить вторую сим-карту сюда, еще платить дополнительно. В общем, все работает, все шустрое, настройки, я доволен. Когда включаешь задний ход, надо включить зажигание. Так, включили зажигание, включаем задний ход, и у нас включается камера. Камера тоже настроенная. Почти по окантовку бампера, так чтобы все было понятно. Также кнопки на руле тоже вот работают. Так что я полностью всем доволен. Кнопки настраиваются непосредственно уже в самой магнитоле. В общем, как-то так. Такой вот у меня результат. Итого, на все про все у меня ушло, наверное, вчера я мучился часов 6, и сегодня я уехал где-то в 11-12, час, 2-3, ну, короче, около 10 часов времени. На все про все у меня ушло. Все, довольный, уставший, можно ехать и домой. На этом все. Огромное всем спасибо, кто меня смотрел. Огромное спасибо вам всем за поддержку. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте, задавайте вопросы, кому что было непонятно. Если я знаю, я вам с удовольствием подробно все расскажу, объясню. Вот, потому что я сам такой, как бы самоучка, сам учусь. Поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые также, ничего не понимая, вот, пытаются что-то сделать, у них не получается. И, как говорится, методом проб и ошибок получается какой-то вот результат. Да, также еще установлен дополнительный микрофон. Вот, изначально он не работал, я уже начал писать продавцу, что не работает микрофон, оказывается, вот там вот внутри, там где подключение самого микрофона, короче, плохое соединение, и я там его немножко приклеил, так сказать, чтобы оно не выпадало, и сейчас еще все четенько, все работает. В общем, как-то так. Всем огромной удачи, всех обнял, всех люблю. Лайки, комментарии, подписочки, и до новых встреч. Также переходите на мой второй канал, там я выпускаю ролики почаще, хотя это видео будет и на том, и на этом канале. Ну, в общем, знайте, что у меня есть второй канал, ссылка будет в описании этого видео и также будет в закрепленных комментариях. Так что переходите, подписывайтесь и смотрите. Все, всем удачи, всем пока.